Соревнования по карате на Кубок городского округа Щелково, которые проходили в универсальном спорткомплексе Подмосковья, традиционно отличаются высоким уровнем подготовки спортсменов. В этом году участие приняли более 600 человек из 8 регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Тверской и Ярославской областей. Для нас большое счастье, что мы принимаем не первый год подобные соревнования в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Наша федерация, которую возглавляет Антон Николаевич Ракицкий, с каждым годом растет. Серьезные у нас есть спортсмены. Одним словом, у нас этот вид спорта, который является олимпийским, развивается. И думаю, что у нас ждет счастливое будущее в этом виде спорта. В этом году на первенстве команды представлены своими основными составами. Организаторы рассказали, что в Щелково приехали представители 33 спортивных организаций, спортклубов и спортшкол из региональных и муниципальных федераций карате. В команде городского округа Щелково 25 спортсменов. Они выступают в нескольких возрастных категориях. Очень серьезные результаты. Буквально на прошедшем в августе первенстве России у нас было 3 медали. 2 бронзы и 1 золото. И это первое золото с первенства России, которое вообще у нас было в Щелково и в Щелковском городском округе. Вот. И, соответственно, победитель этого первенства России уже сегодня в составе сборной улетел на первенство мира. И мы надеемся, что он там хорошо выступит. Я сначала в ката выступала, потом в комитете. В ката вот у меня 3 место, а в комитете, к сожалению, ничего не получилось. Но я верю, что просто у нас через неделю соревнования уже следующие в городе Воскресенске. Надеюсь, что все получится. Я приехала туда, а у нас там каждый день тренировки, утренние и вечерние. После утренних я ехала на море, чтобы искупаться. Потом ехала домой и шла на вечерние. 2 место заняла, да? В комитете. О, молодец. 9-й по счету турнир на Кубок Щелковского муниципального района. И значит, мы уже 9-й год подряд здесь. Потому что, посмотрите, пожалуйста, это прекрасный зал. Здесь вмещается много площадок. Поэтому мы с удовольствием. Федерация наша из Твери приезжает в большом количестве спортсменов. Сегодня нас около 65 человек. И, конечно же, мы приехали за кубком. Мы будем бороться до конца. В течение всего дня победителей награждали медалями. Спортсмены из Щелкова завоевали 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. Среди 15-летних в ката первое место занял Егор Моргачев, в кумите Анастасия Бабенко и Марк Фитерман. Среди 18-летних Виктория Ражина. Кубок первенства увезли к себе домой спортсмены Федерации карате Ивановской области. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.